красотка. Сегодня на моем канале влог супер долгожданный. Я по нему очень соскучилась. Сегодня необычный влог, потому что это влог на карантине. Я не знаю, как ситуация обстоит с коронавирусом в вашей стране. У нас в России на самом деле на сегодняшний день 25-е. Вот так вот дела на карантине. Либо 25, либо 26 сегодня число, марта. У нас официального карантина нет. Ну, то есть нет такого, что все должны сидеть дома и по минимуму контактировать с людьми. Но мы после очередной поездки, когда мы ездили недавно в Москву, мы себя посадили на самоизоляцию, то есть сами решили не контактировать ни с кем 2 недели, потому что там мы проводили много времени в скученном пространстве и вообще можем не болеть, но быть переносчиками. Так что сегодня у нас такой, можно сказать, самый домашний влог, но тем не менее насыщенный. Сегодня будет насыщенный день, я много чего интересненького для вас подготовила. И уже побежала, сейчас будет небольшая разминочка, давайте ее сделаем вместе. Помашите, помашите. Зарядку сделали. Вакуум, который в этой куртке вообще непонятно как показать. Просто верьте, что я его делаю. Ну все, небольшая разминка. Вот всего лишь 9-10 минут, а можно и за 7 минут. И тело совершенно по-другому уже дышит. Говорит спасибо за то, что мы его размяли. И вообще странно, что, знаете, эта привычка у нас не есть как норма, типа как вот сходить зубы почистить. Потому что, по сути, ты спал 8, да, часов примерно. Вообще никак себя не разминал, ничего не делал. У тебя тело закостенело фактически. Ты встаешь и сразу такой оп-оп, пошел. Вместо того, чтобы хоть как-то разогреться, хоть что-то, не знаю, повороты какие-нибудь сделать, просто покрутить бедрами, мы просто сразу же идем и идем. Идем в жизнь. Сейчас я иду домой, уже голодная. И мы будем с вами готовить веганские панкейки. И не думайте, что именно для влога я сегодня такая буду готовить. Сейчас объясню. У меня на самом деле последнюю неделю, наверное, очень сильный такой запал. Я очень много готовить стала дома. То есть, если раньше для меня это было не сказать, что самое важное. Завтраки я всегда готовила, но абсолютно нормально относилась к тому, чтобы где-то пообедать, где-то поужинать, там что-то заказать. Ну и готовила, конечно, но сейчас я готовлю с таким удовольствием, вот именно, что это домашняя такая горячая пища, которую я приготовила с любовью, я не знаю, насколько мне хватит, но более того, я сейчас тестирую не просто какие-то рецепты, да, а веганские именно рецепты. Я начала очень сильно погружаться в эту тему, и пока что я ничего в своем питании особо не меняла, ну, то есть я не отказываюсь ни от молока, ни от яиц, ни от чего, пока что, но начала очень глубоко и серьезно так погружаться в эту тему. Вообще, эта тема вегетарианства, веганства, мясоедства, фрукторианства очень такая деликатная, поэтому я никогда на своем канале особо не поднимаю, наверное, и не буду поднимать. Так что просто будем с вами готовить веганские панкейки, они подойдут для всех. Почему-то очень темно стало, наверное, потому что я снимаю против солнца, а солнце вообще ушло. Все, у меня уже руки отмерзают, побежали.
Уход за кожей у меня уже после пробежки. Я использую тоник, полватных диска и крем. Но что очень интересно, я хотела вам показать. Показывала уже в сторис, но, может быть, кто-то на меня не подписан. Денис говорит, что это самая бесполезная вещь в нашем доме, но, как по мне, это гениально. Это маленький бьюти-холодильник, где я храню свои маски для лица, патчи, всякие вот такие вот витаминки для лица, потому что их лучше всего как раз-таки использовать холодными, то есть из холодильника. Но скажите, ведь мне ни одной лень их держать в холодильнике, потому что когда ты хочешь использовать маску в ванной, тебе нужно идти на кухню в холодильник. Не знаю, это как-то утяжеляет процесс. Поэтому либо я раньше хранила маски в ванной и использовала их теплыми, либо я хранила их в холодильнике, но тогда реже использовала, потому что не было мотивации идти на кухню. А сейчас у меня такой мини-холодильничек, он действительно работает, то есть он охлаждает. Скажите мне, это гениально или это самая ненужная вещь в нашем доме? И еще забыла сказать, что из нового в моей бьюти-рутине. Я начала заниматься фейсбилдингом. Молодец, Саша, что начала заниматься. И еще молодец, что проверила фокус камеры перед тем, как записывать 10-минутный разговор и туториал по своим упражнениям. Ну ничего, значит, это повод поговорить на эту тему более подробно в другом видео, в котором я установлю нормальный фокус. Пока быстренько наношу тоник и увлажняющий крем. Где мой? Крем, девочки, возьмите себе на заметку, если у вас еще нет такой привычки, наносить всегда по массажным линиям. Я куда-нибудь сюда вставлю сейчас. То есть вы просто, нанося крем, делаете очень полезную вещь для вашей кожи. Вот такая стопочка получилась. Сейчас сверху полью медом. Всегда опасный момент, когда ты отсюда, из банки, перекладываешь на блюдо, потому что капнет. Украшаю ягодами. Это по желанию, конечно, когда нет времени, вообще с этим можно не заморачиваться. Сейчас просто я Дениса жду с пробежки, поэтому все равно есть время. Ну и, конечно, красиво подавать я очень люблю. Обычную пищу, если есть минутка, секундочка, я всегда украшаю зеленью, семенами. Все, ждем Дениса и садимся кушать. Я поняла, что я так давно не показывала Еву, то есть так давно не было влогов. Меня не видно. Влогов молодой мамы. Что Ева уже успела вырасти до стульчика, разумеется. Она уже сидит с нами за столом, как отдельный почетный гость. Да, малыш? Мне очень нравится, как Денис надел Еве кофту. Ева, ты видишь? Папа задом наперед надел тебе футболку. Стульчик вообще супер классный, он так легко двигается. Ева, прости, я демонстрирую, ладно? Тут мягкая подкладка, она стирается. Ремни еще вот так пристегиваются, но я, если честно, пристегиваю только те. В принципе, Ева даже если сильно нагибается налево-направо, она все равно сидит на месте. Стульчик от стопки, очень классный дизайн. Тебе понравился, Ева? Тебе больше всех понравился, мне кажется. А еще мне нравится подставка для ножек. Она любит иногда опираться на нее и вставать. А еще здесь собирается еда. Можно обратно возвращать. Очень удобно. Ну что, Ева, мы будем ждать папу или начнем сами есть? Может быть, мы верхний с тобой съедим один? Он не обидится? А то он долго что-то бегает. У него сегодня тренировка какая-то усложненная. Очень вкусно получилось. Обалденно. Еще и состав просто великолепный. Такое вот темное тесто. Это нормально. Такое должно быть. Потому что тут, в принципе, светлого ничего нет. Цельнозерновая мука, банан. Банан еще темнеет. А
еще так вкусно похрустывают семена чиа. Ой, малыш, прости, тебе же тоже можно это. Ева, зацени мамин панкейк. Что скажешь? Ну, хорошо. Понравился, да? Мне правда понравился. Я не знаю, у Дениса такая фишка или нет, но он очень часто надевает задом наперед. Ему кажется, это вполне логично. То есть мы потом, когда обсуждаем, он говорит, ну пуговки же спереди, правильно? Ну, так-то да, конечно. Этикетка тоже. Понравился, да? Съела весь. Немножко остынет, ладно? Да. Наша кроватка снова перекочевала сюда. Да. Ева, давай потанцуем. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых. Привет! Все, все, сейчас будем спать. Сейчас сделаю быстрый-быстрый макияж. У меня на самом деле здесь такой уже бардак, что это все абсолютно непродуктивно. То есть, знаете, когда ты не понимаешь, что где лежит, и от этого все вот эти вот разделения, они вообще уже не работают. Я вообще сформировала себе вот здесь косметичку, которую каждый день использую. А это в итоге тогда зачем? В общем, нужно сделать здесь очень такую хорошую, серьезную уборку. И дайте мне знать, хотите ли вы такое видео, где я вместе с вами прибираю свой туалетный столик. Многое нужно проверить по срокам годности, потому что мне уже вообще нравится, не нравится, актуально, не актуально. Будет много косметики на выбор, я чувствую, потому что подарить использованную, начатую, например, косметику я уже никому не смогу. Ну и всем, очевидно, пользоваться я тоже не могу. Нужно пробовать что-то новое, а места уже под новое нет. Поэтому я буду прибираться. Скажите мне, будет ли вам интересно такое видео? Я уложила Еву на первый сон. Сейчас сделаю небольшой макияж, очень быстренький. А пока знаете, что хочу вам сказать? Хочу поделиться советом молодой мамочки. Это был мой первый совет от моей доулы. Как только я родила. Это ответ на вопрос о том, как все успевать, да, заурядный этот вопрос, как совмещать быт, ребенка и про себя не забывать, себе любимое время уделять, не перегорать, не выгорать, еще любимым делом заниматься. В общем, совет достаточно простой. Все дела бытовые, которые только можно сделать, нужно делать с ребенком, то есть на бодрствование ребенка. И на сон ребенка нужно заниматься тем, что хочется только тебе. Ну, то есть, это будет твое любимое дело, да, там, чтение книги, или ты просто хочешь поспать. Ну, в общем, дело в том, что часто мамочки укладывают ребенка спать, и, ну, все, сейчас есть там часок тишины, да, и идут, короче, полы мыть. Или там стиральную машину закидывать, или заниматься уборкой. Что-то, короче говоря, делать то, что вообще их не наполняет ни разу, да. А когда ребенок просыпается, она такая, ой, я ж там хотела почитать, ой, я хотела там отправить сообщение какое-то, или хотела повышивать, что-то поделать. Ну, в общем, такой простой, достаточно банальный совет, но его нужно вот прям как аксиому держать всегда в голове. У меня, как только Ева засыпает, это прямо сразу же только мое время. Я вообще палец о палец не ударю по дому. Пусть даже будет кухня не вымыта, обед не приготовлен или какие-то дела не сделаны, но я буду именно делать то, что нравится мне и хочется мне сейчас. Чаще всего я ухожу монтировать, либо ухожу снимать, либо могу почитать. Если я устала, могу просто поспать с ней рядом. Но это какие-то должны быть вещи, которые именно приятны и важны маме. И, кстати, в этом есть еще один плюс, что ребенок, смотря за тем, как мама прибирается, да, или там готовит пищу вместе с ним, что-то, короче говоря, делает во время его бодрствования, он как бы видит все это и понимает, что вот, ну, это норма. Ему хочется делать так же. Когда он растет, он уже начинает немножко помогать, то есть там, типа, а-ля разбирать посудомоечную машину, да, там, достаешь, даешь ему поварешку, которая не разобьется, или развешивать вещи, ну, в общем, что-то такое легкое, и он приобщается как бы к домашнему быту. А если он все время во время бодрствования мама с ним играет, ничего по дому вроде бы не делается, то это как-то странно, да, ведь откуда у него потом прибьется вообще желание прибираться или там готовить, у него вообще, он спал в это время, пока мама это делала. А еще
такое правило чисто для меня я сама себе создала, что даже если я никуда не выхожу, я все равно привожу себя в порядок, потому что это вот собранность, это ощущение того, что ты не просто какой-то там с заспанными глазами, помятое лицо у тебя, да, в какой-то застиранной рубашке. Нет, с таким настроением, с такой готовностью вообще ничего не сделаешь дельного. Брови я на самом деле позавчера красила краской, абсолютно этого уже не видно, да? Я не знаю почему, на моих бровях краска держится очень-очень мало. Даже когда я ходила к мастеру, сейчас мы все на карантине, да, стрижем ногти сами себе, брови я тоже крашу себе сама. В общем, даже когда я ходила к своему бровисту, у меня все равно держалось максимум 5 дней краска их. Когда я сама себе дома крашу краской, хотя, казалось бы, точно такая же краска, у меня вообще держится дня 3. Прямо сейчас я начну монтировать тот влог, который вы смотрите. Начну монтировать его начало. Программа, в которой я монтирую, 11 минут будет скидываться. И пока копируются файлы, я пью чаёк. Тут у меня Ева. Я, правда, поставила сегодня против света. Все равно видно, а самое главное, слышно, что происходит. И нужно подписать еще пару документов, так что я ухожу в работу. Доброе утро, щечка. У Евы уже второй раз доброе утро. Да. Бам-бам-бам. В лицо просто. Мы вышли погулять. Ева поспала 2 часа. Сегодня у нас 20 метров в секунду ветер. Я вспомнила об этом только сейчас, что мне МЧС присылали сообщение, типа, сидите дома, будет ветер. У нас цель кофейня, где делают капучино на фундучном молоке. Эту игрушку я Еве купила, когда Евы еще не было. Я была на 8 месяце беременности, и я поехала в Икею. И я почему-то остановилась мимо нее и сказала, что ее 100% надо купить. Да, твоя. Держи. Небольшая экскурсия по городу Екатеринбургу. Это памятник клавиатуре. Видели когда-нибудь такое? То есть здесь просто все кнопки в виде бетона. И это прям вот наша достопримечательность, если что. А еще мне безумно нравится, что у нас вдоль набережных очень много лавочек. Вот это то, чего катастрофически не хватает в Европе везде. Я не знаю, почему им жалко, но у нас действительно очень много лавочек в парках. И мусорок, что очень важно. Вот, просто мусорка, 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 мусорка. Мы взяли с собой сушки, которые можно скормить уточкам. Давай. Интересно, кинет или съест? У тебя сама удочка. Пью свой капучино, к сожалению, забыла термокружку, пришлось взять стаканчик. И смотрите, какая интересная печенька с чаем матча. Вообще, чай матча, я не понимаю вкус, не могу пока его принять. Знаю, что он безумно полезный, но... А печенька прикольная, печенька мне понравилась. Допиваю капучино на фундучном молоке, боже, как это вкусно. И я поняла, что можно дома сделать, в принципе, фундучное молоко. Ну, попробовать, по крайней мере. Потому что у нас есть высокомощный блендер, который хорошо может измельчить орехи прям в пасту. И можно, в принципе, попробовать купить фундук, измельчить его очень сильно, добавить потом воду. И, возможно, получится фундучное молоко и делать дома на фундучном молоке себе кофе. Потому что это просто изысканный вкус. Неповторимый, напоминает какую-то рекламу. Я сейчас по-быстренькому режу овощи для нашего обеда супер простого, супер быстрого. Вот эта вещь для лука. Мне кажется, это вещь номер один просто на кухне. Смотрите, как быстро можно нарезать лук. Ничего не рассыпается.
Кстати, напишите, у кого льются слезы от лука. Мне всегда было вообще без разницы на лук. У меня никогда не текли слезы, поэтому, как вы понимаете, весь лук для новогодних салатов резала всегда я. Я налила на сковородку кокосовое масло, и в масло сначала добавляю специи. Знали о таком лайфхаке, что специи нужно добавлять в масло? Ну, точнее, как, можно и по-другому делать, конечно, но в традиционном, например, индийском стиле их готовки риса именно так нужно делать. То есть все специи сначала обжариваются в масле. Масло таким образом пропитывается, всем этим насыщается, и потом уже все остальные овощи обжариваются в этом масле. Из специй я добавила куркуму. Она никакого особого выраженного вкуса не имеет, но очень полезная приправа. Природное антибактериальное средство, можно сказать так. И улучшает пищеварение. Вообще классная приправа. И я добавила также паприку. Обжариваю немного лук, тертая морковь, кабачок прямо с кожурой, просто порезанный. И цветную капусту с брокколи. И закрываю крышку до готовности. Минут 10, наверное, 15. Также отдельно я ставлю воду для гречки. Когда она закипит, я сюда закину 2 пакета. Денис не признает зеленую гречку. Помните, я вам как-то уже показывала, что я сейчас ем именно зеленую гречку, поэтому ему я делаю обычную для сравнения. Вот это коричневая, это жареная гречка, а это зеленая. Мне по вкусу без разницы, если честно. А особенно зная, насколько она полезная, насколько она полезнее, мне вообще спокойно. Я ем вот эту, Еве тоже даю зеленую, а Денису варю жареную. Ну и, конечно же, без всяких семян никуда. Я купила вот такой набор, он как-то назывался омега-3 вроде. Здесь самые разные полезные семена, льна, кунжут, кунжут белый, кунжут черный. И сразу же блюдо насыщается полезными микроэлементами. И, кстати, это очень красиво, просто даже для подачи. Даже если бы это не было полезно. А вот и так называемая красная книга нашей кухни. Книга, к которой я сейчас обращаюсь в течение дня несколько раз точно. Здесь всякие веганские рецепты. Все очень красиво и нарисовано, и понятно написано. Тестирую, пробую, мне пока безумно нравится. Самое классное, что здесь все рецепты подобраны еще и с учетом соблюдение всех нужных микроэлементов, белков, жиров, углеводов, калорий, все подсчитывается, сколько клетчатки, сколько и каких витаминов. Заблуждение, что на веганском питании нельзя питаться полноценно, это заблуждение. Главное желание и главное находить замены. И со вчерашнего дня остались чечевичные фрикадельки в духовке запеченные. Вот такие они внутри, обедать будем с ними. Какой инструмент? Это коленный стул называется. Это, так сказать, правильный стул для правильной осанки и правильной позы во время сидения за компьютером. Потому что наша поза в 90 градусов, когда мы все сидим, она очень сильно напрягает нашу поясницу, позвоночник. И именно с коленным стулом можно распределить нагрузку более грамотно, более правильно. И ты, получается, сидишь вот таким образом. 50% нагрузки уходит на колени. И поясница, и таз не так сильно напрягается. Вообще, это подарок был Денису на день рождения, но я себе решила тоже такой же взять. Потому что я провожу очень много времени в сидячем положении. Теперь буду так с вами разговаривать. И спина напрягается. И спинка у такого стула, по сути, не нужна. Потому что если ты правильно сидишь, то ты сидишь с прямой спиной. Пока Ева спит, я еще немного помонтирую, поработаю, попишу сценарий. И потом вместе с вами буду делать фундучное молоко. Мне очень интересно, что получится. Я уже замочила фундук. Пирожок проснулся. Мы пришли на кухню. Тут такой бардак творится. Просто ужас. Сейчас я все это буду прибирать. Я же говорю, во время сна я никогда не прибираюсь, никогда не делаю бытовые какие-то вещи. Я все это делаю, когда Ева бодрствует. Ева, ты помощница? Ты маме помогаешь.
Да, разбирать белье. Умничка. Дай, пожалуйста, что-нибудь. Нет, веревочка. Уела веревочка. Все понятно. Вот, кстати, замоченный фундук. Я с ним буду работать через часа два. Буду его вот здесь измельчать и добавлять туда воду. Ну, в общем, буду пытаться делать молоко. А сейчас здесь сделаю смузи из клубники, банана и черники. Еще добавлю овсяное молоко. Не молоко, которое. Мы с Евой уже попробовали. Сейчас наливаю Денису. Нам понравилось. Ева, тебе понравилось? Ева еще хочет. Такой чан получился. Мне кажется, нам всем по два раза. Я решила добавить к своему ужину. Класс. Решила добавить к своему ужину немножечко еще больше пользы. Съесть смузи вместе с йогуртом. Йогурт термостатный. Одной рукой просто отвратительно открывается. Это тальский йогурт. Без наполнения, без всего, без компонентов. Очень хороший состав. Обожаю вообще этот йогурт. Хороший такой тандем вместе со смузи. Маленький чумазик. Еве тоже нравится. Ням-ням. Ням-ням. А еще Ева просто обожает чернослив. Вот эта вазочка, это все для нее. Эти орехи полежали 6 часов в воде замоченными. Сейчас их нужно промыть и можно блендерить. У меня 70 грамм орехов и на эту граммовку 420 миллилитров воды. Я выбираю nut milk. Здесь прям такая кнопка есть. Nut milk. Посмотрим, что сейчас будет. Если честно, я вообще не ожидала. Но смотрите, я уже вижу молочко. Но мы еще не добавили 200 миллилитров воды. Сейчас еще добавлю. Ну что, я взбивала примерно 2,5 минуты. И получилось действительно молочко. Немного пресноватое. Я не знаю, что сюда добавить. Пока на первый раз ничего не добавлю. Просто перелью в бутылку. И завтра попробую приготовить кофе на таком молоке. Давай собирать вместе. Где еще части? Я знаю, что их было больше. Вот еще одна. Еще где-то 5 или 3. О, заяц. Заяц сидит внутри, Ева. Ногой. Просто ногой. Ты дошла до мячика, Ева. Бух. Аккуратно. Аккуратно. Бух. Смотри, тут конец. Тут конец, край, да. Обалдеть, как так быстро время летит? Вы представляете, что это ребенок? Это ребенок, которому год, почти Ева. Я себе все помню с животом. Серьезно, я себя очень отчетливо помню с животом, как будто это было буквально недавно. Ну, потом вроде родилась Ева, вот она была маленькая. И сейчас что? Что это? Как так-то? Он с зайцем ругается. Да, сочетание йогурт с... Я отдельно все выкупил. Да? Не понял, что это сочетание? Нет. Ну что, уже традиционно заканчиваю влог в ванной комнате. Смываю макияж мицеллярной водой. Я надеюсь, следующий мой влог молодой мамы будет уже не на карантине. Хотя такое ощущение, что до России еще просто-напросто вся эта тема не дошла. И как будто бы еще все впереди. Но я очень надеюсь, что нет, что мы все предпримем меры. И у нас это не будет так масштабно разворачиваться, вся эта ситуация с коронавирусом. Остатки макияжа, вот смотрите. Я вроде бы сняла сейчас весь макияж мицелляркой. И ватный диск у меня был прозрачный, точнее белый. Но стоит нанести тоник. И тоником пройтись по лицу, и я обязательно еще найду остатки тонального, остатки каких-то загрязнений. Обалдеть, я даже сама не ожидала. Тоник — это супер обязательная вещь. Из зубов у меня особо никаких изменений нет. Я также пользуюсь щеткой, монопучком и двумя зубными нитями. Одна зубная нить классическая розовая цплат, она распушается под нужный промежуток между зубами, а вторая нить — это чисто моя, она как бы нужна именно по назначению. Кстати, давно не делала гамаш, недели две, наверное, давайте вместе с вами сделаю. Я безумно люблю этот гамаш от Ifrashe. Гамаш — это своего рода скраб по-другому. Его очень просто наносить на влажную кожу круговыми движениями, сильно не растирая, прямо очень так мягко. После него я очень люблю наносить тоже маску от Ifrashe. После этого тандема прямо цвет лица заметно лучше. 1,5 минутки порастирали. И смываем водой. И похожая упаковка маска. Маску наношу на 5 минут. Такая красоточка.
Кстати, девочки, хотела у вас спросить, будет ли вам интересно видео «Мой холодильник сейчас». Можно назвать это видео «Что в холодильнике у кормящей мамы?» Потому что я до сих пор на грудном вскармливании мы с Евой. И последний раз я подобное видео питание снимала, когда была беременна. Примерно, кстати говоря, год назад. И я скажу, что многое изменилось. Я не думала, что так много изменится. Ну, в общем и целом, мы также питаемся в основном растительными продуктами, но сейчас я вот углубилась в тему веганского питания. Опять же, повторяюсь, я не веган пока что, да, но и ничего против не имею этого питания вообще. Стараюсь как-то не оценивать критично кого-то и что-то, мне кажется, во что ты веришь, то и правда, по сути. И нет смысла вообще кого-то убеждать, переубеждать, питаться так или иначе, потому что человек сам для себя лучше знает, лучше решит. Конечно, если это не ваш ребенок, да. Ну, в общем, хотелось ли бы вам сейчас такое видео о самых популярных продуктах, которые находятся у нас в холодильнике, и не только на самом деле в холодильнике, но и в принципе, чем мы питаемся, потому что очень много разных самых круп, каких-то каш, бобовых, они не лежат в холодильнике, но тем не менее это интересно очень. И раньше я подходила менее осознанно к выбору тех же самых макарон или риса, или вот гречки, допустим. У меня очень мало было бобовых, несмотря на то, что я не ела мясо. Я как-то не уделяла внимания, например, фасоли, чечевице, нуту, машу, ну, в общем, таким богатым белками бобовым. И сейчас я бы с удовольствием обо всем об этом рассказала, о том, что знаю я лично, что мы едим, где покупаем, как комбинируем. Я пока жду, пока работает моя маска. Можно пока зубы нитью почистить, если мне позволит моя маска. Кстати, насчет зубов. У меня продолжается тема лечения зубов. Несмотря на то, что визуально уже как бы цель достигнута и все красиво, классно, но внутри еще нужно поработать вот с этой стороной. А самое такое вот масштабное, что меня ждет на 2020 год, это удаление 4 зубов мудрости, 2 из которых сидят еще внутри и упираются по рентгену, это видно, упираются в семерки, то есть в рядом стоящие зубы. Это означает, что нужно будет разрезать десну и каким-то образом их оттуда извлекать частями, потому что просто так, вот знаете, идеальной операции, типа вырвать зуб, не будет у меня. Этим всем я займусь после карантина, вообще планировала вот весной уже начать, но наша самоизоляция внесла свои коррективы, поэтому я сижу дома. Я помню, как у меня десны, как у меня вообще организм реагирует на удаление. Я представляю, что после каждого раза это будет лёжка на неделю и пюрешки. Но что поделать, это важно, это нужно. И самое, что главное, страдают семерки. То есть мои здоровые зубы, которые нужны, которые работают, они страдают из-за того, что в них, в их корень впирается восьмерка. Ну, то есть зуб мудрости. Кстати, есть такая штука, которую я давно откладывала на потом. Проверка на индикацию налета в ротовой полости. В общем, суть в том, что мы все прочищаем зубы не всегда со 100% эффективностью. И кто-то вообще нитью не пользуется. Скажите мне, пожалуйста, пользуетесь вы нитью или нет? Мне кажется, все, кто смотрит мои видео, уже точно пользуются нитью, потому что я просто-напросто всех задолбала агитировать. Но ладно. Те, кто не пользуется нитью, у тех, конечно же, налет скапливается между зубами. Но и даже те, кто пользуется нитью, зачастую не зная, какие-то участки зубов не прочищают. Это такой синий раствор. Ты берешь колпачок, примерно, в общем, сколько наберешь себе в рот. Сладкая такая жидкость. 30 секунд полощешь и затем смотришь на свои зубы, что окрасилось в голубой цвет. То есть налет, только налет может окраситься. По сути, если что-то окрасилось в голубой цвет, значит, там ты плохо прочищаешь. Вот давайте сейчас как раз посмотрим. Получается, я сейчас почистила зубы обычной щеткой большой и нитью. Монопучком я еще не проходилась. Монопучок, я напоминаю, это вот такая вот тоненькая, узенькая, точнее, щетка, которая узконаправленно в каких-то труднопроходимых местах прочищается. Я ее еще не чистила. Давайте проверим. Потрясающий просто лук, я не могу, маска, губы, зубы. Там, где очень синий цвет насыщенный, там
Я плохо прочищаю. Сейчас я посмотрю сама в зеркало. У меня, в принципе, все зубы без синего окраса. То есть все я прочищаю хорошо. Между зубами тоже ничего синего нет. Но у меня на нижних зубах, у меня есть два зуба, которые стоят неровно. Я отказалась, кстати, носить брекеты. Долгая история. Ну, в общем, зубы одни у меня стоят вот так. То есть как бы вот все ровненько-ровненько, а два зуба стоят вот так. И достаточно тяжело туда проходить с обычной щеткой, чтобы вычистить налет. И вот как раз таки для этого нужен монопучок. И вот сегодня, сейчас только что я им не воспользовалась, и там уже скопился налет, то есть в течение дня я его не убрала сейчас. И еще на одной пломбе я увидела, у меня там скапливается налет. Очень классная штука, она действительно показывает. Можете проверить, как эффективно вы чистите зубы каждый день. Ну и маску я тоже уже смываю. Пока лицо влажное, наношу тонер. Он у меня из Таиланда, из какого-то там супермаркета. Такой увлажняющий. На шею тоже. И можно идти, хотела сказать, спать, но нет. Мы еще не идем спать. Еще будем купать Еву, еще будем читать. Но, возможно, это уже последний кадр из влога. Так что попрощаюсь. Пожелаю вам спокойной ночи или хорошего дня, наоборот, если вы смотрите утром. Если вы на карантине, то не скучайте, занимайтесь собой, используйте время разумно. Иногда, конечно, можно и фильмы посмотреть, но, в общем и целом, желаю вам, чтобы это время прошло продуктивно. Если вы не на карантине, то просто берегите свое здоровье, будьте здоровы, улыбайтесь чаще, и я вас очень сильно люблю.